Дорогие женщины, мамы, бабушки, дочки, сестры, от имени Центрального правления Общества глухих Республики Молдова хочу поздравить вас с таким замечательным днем, Международный женский день. Желаю вам счастья, чтобы семейный уют у вас был в семьях всегда, чтобы вы были любимы и вы любили. Вы для мужчин самое ценное, что есть в этом мире. Поэтому еще раз желаю вам праздник отметить, отдохнуть, повеселиться. Дом культуры, надеюсь, вам покажет замечательно.